моя дочь Таня находится в Польше. Она хотела меня вывести, но я решила остаться здесь. Я плохо слышу. Я ночью сплю, ничего не слышу. Сегодня ночью была бомбардировка. Утром объявили опять о тревоге. У меня в доме есть подвал, но я туда не спускаюсь. Я находился дома. Война началась, по-моему, 24-го. Я с 24-го по сегодняшний день практически никуда не выхожу. Нахожусь дома. Меня поддерживают. Привезли от моего спонсора, где я играю в теннис, теннисный клуб «Уникорд», Бурко привез продукты. Ну вот все. Питание у меня более-менее есть. Холодильник заполнен, и я сижу дома, никуда не выхожу.